Немножечко страшно, конечно же, потому что я сама не езжу на такой технике. И немножечко приходилось себя перебарывать. Конечно, Саше я пыталась не показывать это изо всех сил. Вот, но он сделал все, чтобы снять все мои страхи. Он очень хорошо объяснял, очень хорошо учил. И он профессионал в своем деле, поэтому как бы я ему полностью доверяю. Я всегда хотел заняться танцами, признаю, в детстве, но вот выбор пал вот в другие виды спорта и приоритеты в силу времени, что всего не успеть. Вот, ну а тут вот появился шанс еще. Лили в то же время помогала мне там, свободно чувствовать в танце, да, допустим, прихожу сейчас куда-то в клуб и могу уже там танцевать с девушкой.